В Сагдадинском районе предложили объединить туристические объекты в один маршрут. Тогда муниципалитет сможет пропускать через себя как можно больше туристов. Идея прозвучала на круглом столе по теме развития туризма в Коме. Руководители профильных министерств, члены общественной палаты региона и предприниматели обсудили вопросы создания новых рабочих мест, налоговых поступлений и, конечно, проблемы логистики. Нам не хватает автобуса, нам нужен автобус. Вот мы бы тогда могли весь район через себя пропускать. Понимаете? То есть мы могли бы быть модераторами этой идеи. Люди приезжают к нам, поселились, посмотрели нашу программу, поели. И еще что-то хотят увидеть. Можно вывозить. Руководитель Минкульта Мария Балмастова отметила, что транспорт есть и надо выстраивать диалог. Если данные туристические маршруты будут востребованы, проблему можно решать и через Министерство экономического развития, а пока воспользоваться автобусами учреждений культуры. Практически во всех наших учреждениях культуры есть комфортабельные микроавтобусы. Сегодня есть большой у нас, простите меня, Скания за 20 миллионов, вот, который вы, если вы собрали тур, если у вас уже какие-то собрали группы, заявку имеют, вот, есть же, но у нас же есть не каждый день. Выехал ансамбль всякое, знаете, там на неделю, и он еще там месяц-полтора стоит в гараже. Вы сегодня можете, по крайней мере, сейчас эту проблему решить за счет этого.